Общая характеристика восточных особенностей. Общая характеристика. Что мы можем видеть? Мои дорогие, эти вещи надо записать и понимать. Неразработанность доктрин. Обращение к решениям соборов и только к ним парализовало богословскую мысль. Почему говорят «спячка обрядовая»? Потому что богословская мысль была парализована. Парализована, потому что попробуйте взять любую богословскую работу православную. Она будет содержать цитаты. Цитаты из Библии вперемешку с цитатами из отцов церкви. Церковь боится произнести какое-либо суждение. Они должны вычитать это у отцов церкви. Или у Иринея, или у Григория Назиандина, или, понимаете как? То есть они должны непременно вычитать где-то. Они не будут, они будут, я почему хочу подчеркнуть это. Мои дорогие, вот эта вот боязнь нарушить традицию, она парализует мысль. Она может парализовать и нашу с вами мысль. Если мы только всеми смотрим, как это делали отцы. Потому что мы можем в Писании прочитать некоторые удивительные вещи. Мы можем попытаться освоить эти новые для нас вещи и обогатить богословие. Потому что именно вот эта вот боязнь нарушить традицию и что-то сказать, чего отцы не говорили, а то, что говорили отцы, зафиксировано в символе веры, в кредо, то... Это парализует богословскую мысль. И поэтому паралич богословской мысли на Востоке. Вы понимаете ли, что на Западе произошло нечто удивительное? Там тоже бы такие же процессы происходили, если бы не было реформации. Реформация рогами вперед пошла на все католические догматы, обряды, практику, теорию. Слышите меня? Папство должно было защищаться. Оно, конечно, казнило, нападало, война 30-летняя была. Но они должны были отвечать. И там были соборы, на которых давались ответы. Католичество бесконечно более тонко и развито по сравнению с православием, потому что они имели этого соперника, врага. Вы поняли? Реформация очень послужила к добру католичеству, заставляя его защищаться, что-то принимать. Вот, например, спасение по вере католики, можно сказать, уже прямо приняли. Они обсуждали, это было даже недавно. Был Великий Трентский собор, когда обсуждали лютеранское учение. До этого был Латеранский собор, это еще задолго до реформации, но когда стремились порядок в церкви навести, чтобы были в каждом соборе должен быть учитель, кто научает епископов, а в каждой церкви должен быть епископ, который научает прихожан, то есть учеба должна быть. У нас такого слыхом не слыхано было, какая учеба. Вы понимаете ли, что... Когда есть противоречия, когда есть нападки, когда есть вот, альтернативное мнение, оно очень способствует. И когда обсуждаются эти богословские вопросы, то все стороны выигрывают. Значит, первая проблема – неразработанность доктрин. И обращение постоянно к традиции привело к параличу богословской мысли. Многие положения религиозного обихода не обсуждались и не были официально одобрены. Вот это мы говорили. Обожение, связанное со спасением, оно не включено в учение. Поэтому оно вот так трактуется. Вот ты чувствуешь, как тебе тепло стало. Или свет какой появился. Или тут свет у тебя зажегся. Или там свет у тебя зажегся. Вы понимаете ли, это же не есть богословское учение. Вот, отвечая на вызовы со стороны вопрошающих, там тоже были такие вызовы, православные богословы вынуждены были проговорить невыговоренные. Проговорить невыговоренные.
Ну, например, их спрашивали, ну, вот эти блаженства, о которых говорит Иисус, блаженны, блаженны те, блаженны, да, это к кому относится? И они вынудили православных сказать, ну, это только к православным относится, к другим это не относится. Раз они выговорили, другие могут тоже что-то говорить, понимаете ли как? А это было не выговорено. То есть это богословие со связанным ртом, невыговоренное. А когда вынуждали, то вот такие вещи. Например, блаженство относится только к православным, а Отче наш, кто может молиться? Только православный. А вы помните, как Киприан говорил? Еретик он, вообще еретик, даже если он мученик. Ну вот, покаяние бесполезно, если оно вне исторической церкви. К словам Иисуса веровать всему, что предсказывали пророки, добавлено и во все декреты Вселенских соборов. Вот такие особенности, невыговоренность, неразработанность. Вот. Ну и теперь еще относительно, значит, некоторые высказывания, цитаты я вам прочитаю. Это православный историк Карташов, Вселенские соборы. Если в триадологическом споре о Троице, да, Восток противостоял Западу, то в христологическом споре разделился сам Восток. Антиохийская школа отвечала на вопрос по схеме Аристотеля, а Александрийская по схеме Платона. Суть проблемы на Третьем соборе – тайна Бога человечества. Как соединяется Божественное с человеческим и что есть человек перед Богом? Флоровский какое добавление делает? В христологических спорах в действительности обсуждалась и решалась антропологическая проблема о смысле и пределе человеческого подвига в жизни. Вы знаете ли, это очень глубокие вещи. Вот у вас был вопрос задан. Что в самом деле беспокоило Афанасия? Чем в самом деле интересовались там такие-то отцы? Потому что обсуждали отношения двух природ во Христе. А вопрос-то был вот тут какой? А мы кто такие? Как угодно богословские термины обсуждать, но его интересовал вопрос спасения. Если Христос не Бог, то мы не спасены. Спасение. А в христологических спорах главная тема, которая так внутри интересовала, а кто мы перед Богом? Мы-то кто? И вопросы вот обожения или по-нашему освящения, они не были рассмотрены на соборах. Этот вопрос, который в нашей стране бесподобно глубоко разработал Каргель. Так, прочитай, я читала вам, вы тогда не могли воспринять. Сейчас эту цитату вы хорошо воспримете. Значит, глубокая философско-богословская разнотипность двух школ, Антиохия и Александрия, разделили Восток на две части. Если арианская лихорадка трепала церковь 60 лет, то лихорадка христологическая 250 лет. Она износила церковь до утомления, расколола Византийскую империю, унесла в ереси миллионы душ, отняла у греческой державы весь иноплеменный окраинный Восток. Это хорошо понятно все, да? Мы с вами говорили, что про монофизитов, про арабские завоевания, как весь иноплеменный Восток к арабам отошел. Вот. Ереси выявляют недоговоренность. Откуда возникает ереси? Недоговоренность. Неясность в определении и понимании. Ереси образуют воздушные дыры из-за относительности всякого богословия. Нужна рука дружбы, протянутая противнику. Какие интересные выводы. Я ломала голову, как графически изобразить все, что я вам рассказывала. Ну, если в центре Бог, да, тайна, дух, а снаружи идет материя,
видимое, видимое. Но от того, что тут Бог в центре, то происходит обоживание этой материи. И от этого, от того, что материя обоживается, появляется взгляд на святых, на таинство, на церковь, на священство, на жизнедающий крест, на иконы. То есть все они считаются, что священник – это уже не священник, а сакердотаризм-то вот. То есть он не священник, а в нем он, ну, как писал об этом, ведь это тоже отец из отцов церкви, Игнатий Антиохийский. Он как, объединитесь вокруг вашего епископа, он как Бог, он как Господь посреди вас. То есть он человек, ну, по сути, вот это, тайной сути, он вот как Господь посреди вас. То же самое... вот святые, Богородица, что это вот просто люди, но от того, что происходит это обоживание, они оказываются посредниками, они оказываются доступными, в общем, это. Вот. Сама литургия вносит, выносит, облачение меняет, значит, священник, какой-то диакон там у него, одеяние какое-то есть, крылышки получаются, это он как бы ангел летает, и все, что там внесли, вынесли, и переодели, и одели, и сняли из ноги. То есть, понимаете ли, это все оказывается изображение ангелов, рая, действия, Бог и ангелы его, и мы это все изображаем вот в литургии. То есть, понимаете ли, от того, что есть две природы Христа, это очень... Все пронизало все богословие, всю литургию и храм, что это уже не храм, а это вот рай, а это уже не святые, а в них обитают вот ангелы, а это уже не Мария, а в ней уже это она, все, что называется, и стена, и заступница, и генерал, и там, ее икона, ее иконы возили там в Сталинград, что ли, и когда оборона Москвы была. Какая особенная икона, которая спасла все это. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.